Торжественный эскорт не для охраны, а для пущей важности. Бороды начесаны, посохи заточены. К параду Дедов Морозов участники подошли со всей ответственностью. Перед началом Дед Мороз-генерал отдает приказ к построению. Наши детки, морозята, снегурята в первый ряд. А у кинотеатра «Искра», куда и должен прошествовать парад, уже собрались мальчишки и девчонки, а также их родители. К собравшимся с приветственным словом обратилась Зимушка-зима. Здравствуйте, мои юные и взрослые, жители города и района! Здравствуйте! А далее детвору развлекали сказочные герои, дабы почтенная публика не заскучала в ожидании Дедов Морозов. Вперед четыре шага, назад четыре шага, покрутись. Звучит команда «Шагом марш», и стройной колонной Деды Морозы шествуют в сторону кинотеатра «Искра». Не по главной улице и без оркестра, зато в окружении восхищенных горожан. И большим, и маленьким, с Новым годом! И вас с Новым годом! Спасибо. И вас с Новым годом! На площади представительную делегацию встречают разогретые танцами детвора и взрослые. Свою лепту в веселье, естественно, вносят и Деды Морозы. Но, как говорится, потехи час, а делу время. Повеселившись от души, Деды Морозы буквально в едином порыве, а вместе с ними и остальные участники праздника, принялись за дело. Возможно, кто-то скажет, что парадом Дедов Морозов сегодня никого не удивишь. Их проводят повсеместно. Но ведь не удивляет и елочная игрушка, гирлянда, теплая улыбка или дружеское рукопожатие. Просто от этих вещей становится светлее на душе. И даже где-то глубоко внутри каждого взрослого просыпается ребенок. Вернулись с детства, на самом деле. Аж я чуть ли не плакала. Первый раз пришли. Просто попали, узнали, что вот это вот из интернета, ну, то есть раз, что будет. Мы не знали, что Дед Мороз пойдут вот это вот. У меня слезы на глазах. От умиления. Почему? А я всегда плачу, когда мне хорошо. Опустилась ночь, зажглась праздничная иллюминация, а Деды Морозы отправились зажигать остальные елки. Благо в округе в них недостатка нет. На очереди центральная площадь Видного. Параллельно раздача подарков. Разрывай. Вот, бери себе леденец. А это мне отдай. Девочки, дайте девочке. Спасибо. Ой, с праздником. Спасибо, Дед Мороз, ты лучший. Следующий пункт совсем рядом, в центральном детском парке. Несмотря на то, что стемнело, огромное количество детей и взрослых собрались здесь, чтобы повторить вместе с Дедом Морозом волшебное заклинание. После торжественных церемоний часть официальная – общение с прессой. В перерыве между мероприятиями генерал Дед Мороз согласился дать нам эксклюзивное интервью, поэтому мы задаем сейчас самые насущные вопросы, которые интересуют наших зрителей. Первый вопрос такой. Как вы относитесь к политическому протесту детей против чтения стихов с табуретки? И я, как настоящий генерал, приказываю каждому ребенку по табуретке и веселое, шутливое стихотворение. Так и никак иначе. Хорошо. Еще существует такой вопрос. Существует мнение, что нужно изменить старый лозунг «Раз, два, три, елочка, гори» на «Раз, два, три, четыре, пять, елочка, гори, опять». Как вы расцениваете такое новшество? Я за новшество, но за сохранение традиций. Работы у седовласых старцев сегодня хватает. Много елок нужно зажечь. А у жителей района была еще одна возможность, помимо новогодней, попросить Деда Мороза об исполнении желаний. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.